Добрый день. Мы приехали в Леруа Мерлен. Конец января. Хочется посмотреть, какие здесь продаются цветы. Давайте ознакомимся. И какие цены. Ой, какое красивое что-то. Это называется фаленопсис. 1111 рублей. Ой, ну этот, наверное, подороже, этот побольше. Какой красивый. И сиреневый, и белый. Фаленопсис. 1111 рублей. Вот такой белый. И вот такой желтый. В пятнышку. А это дендробиум Аполлон. О, какое красивое, необычное растение. Так, дальше поедем смотреть. Спатифиллум сенсация. Вот такой вот он. Ой, какие листья. Это просто... Посмотрите, какие листья. Это просто какие-то монстры. Очень красиво. Колюченькие. 255. Так. Агломема. Микс. Пахира акватика. Это вот это оно. Хамедорея. Это вот такая. Хамедорея. А это Замиокулькас замифалия. Вот такое чудо. Это фикус у нас. 2777 рублей. Драцена. 1111. Драцена. Спатифиллум светлауретта. 4999. Давайте более подробно посмотрим, что здесь такое красивое есть. Так, это Эхеверия Микс. 555 рублей. Она и желтенькая, и зелененькая, и даже такая красивая розовая. Ой, тут их, наверное, подкрашивают, что ли? Синяя, ярко-красная, оранжевая. Как каменный цветок. Это гордения жасминовидная. 798 рублей. Это солероя микс. Мелкие-мелкие цветочки. А что это такое? Вообще похоже на какой-то почвопокровник. Так, это что-то такое. Давайте посмотрим. 555 рублей. Вот такие милые цветочки в горшочках маленьких. Так, а это каланхоя. Называется каланхоя блосфельдиана. О, как, 333 рубля. И вот эти красивенькие какие. Красные. Они в таких небольших горшочках. Название сложное, цветы красивые. И вот смотрите, какие они уж прям совсем разноцветные. Прямо как будто бы весна настала. Ой, какой красивый желтый. Так, это все у нас. А вот это горшочки побольше. Это каланхоя махровая микс. 455 рублей стоит. Вот. А это у нас
Синполия иного спектра. 655 рублей. Так. Это что-то такое необычное. Это что такое? Это у нас пеперомия лилиан. Вот такая вот она. Листочки как бархатные. Там они поменьше горшочки. А сюда пошли побольше. Здесь еще побольше. И вот 580 рублей. Каланхоя каландива. Прекрасные цветочки. Какие красивые листья. Это маранта, 1222 рубля. Это дальше еще каланхоя. Красивое какое, вишневое. А это просто красотища. Тут еще побольше горшочки. И это стоит уже 655 рублей. Это розочки. Так. В маленьких горшочках. Star Roses Mix. 755 рублей. Дальше пошли хризантемы. Вишневые. Сиреневые. Ой, желтые какие красивые. Прямо очень симпатично. Так. Это 444 рубля стоит. А эти хризантемы? Хризантема Зембла Микс. 798 рублей. Ананас. Дорогущий. 2998 рублей. Кстати, я раньше думала, что ананасы растут на деревьях. А потом я во Вьетнаме увидела, что они растут на грядках. Это, правда, было очень давно. Лет, наверное, 40 с лишним назад. Антуриум. Вот они есть красные. И есть вот такие вот зелено-желтые. У них есть такие цветочки, как будто бы из пластика вырезаны. Этот антуриум Диамонт Ред, который красный, он стоит 1111 рублей. А эти уже пошли покрупнее горшочки. Это стоит 1777 рублей. Так, а это что-то такое еще больше. Антуриум Андре Чемпион. Это вот стоит 2555. Так, это еще дальше пошло. Чем дальше в лес, тем выше елки. Так, а это у нас Антуриум Саксес Микс. Ну, тут горшки прям вообще большие. Ну, красивые какие они. Такие у них интересные плодики. Наверное, это плодики такие. Краснолистные какие. Вот. Вот, посмотрите, какая там красота. Да, вот на этом это цитрус микс 1998 рублей. На нем даже плодики есть. А вообще-то он больше похож, конечно, на фикус бенджамина. Я бы никогда не подумала, что это цитрус такой. Но раз есть плодики, тут уже все доказательства. Так, как дотянуться вот до этой картинки? Вот она, картинка.
горшочек довольно большой. Но к цитрусам я не равнодушна. У меня на балконе много лимонов, апельсинов, мандаринов и всяких других цитрусов. Так, давайте здесь еще посмотрим. Такой высокий фаленопсис, он стоит 2222 рубля. А, вот которые пониже, которые в начале были, 1111. Ага, тут все зависит от того, какого они размера. А этот какой прикольный, в пятнушку. Очень симпатичный. Так, сейчас мы тут еще посмотрим. Ой, какие листья шикарные. Так, давайте посмотрим вот эти, которые повыше растения. Эуфорбия, 3777 рублей. Я бы их назвала кактусами. Так, ой, какие огромные растения, такие живописные. Ой, смотрите, какие веточки качаются дивные. И это все у нас называется Хрисалидокарпус, 7777 рублей. Вон он какой, конца краю нет, высоченный, красивый. Это вот, наверное, он же. Да. Так, пойдемте вот, вот там еще посмотрим крупные такие растения. Это огромное, шикарное растение. Называется Стрелиция Николай. 11111 рублей. Вот здесь была ее бумажка, мы ее так и поставим. Это Ховея. Вон она там. Драцена. Вот этот зверь, который не выговоришь. Фикус Бенджамина. А, ну он здоровый, поэтому он так дорого и стоит, что горшок большой. И сам он огромный. Фикус Бенджамина. А это фикус Киатистипула. Это вот он такой. Ой, как его издалека-то не покажешь. Так. Это тоже фикус Бенджамина Макламе. 6555 рублей. Это тоже он же. Ой, какие красивые растения. Так, на полу у них тут стоят всякие растения. А, это что с такими листьями красивое, огромное? В таком большом горшке. Это пахира. 9333 рубля. Ой, как она сплетена красиво. Горшок огромный. Да, вот с такими листьями, оказывается, это... Что-то приболели они у них. Бахира. Так все красиво. Прям гуляешь здесь, как по летнему саду. Это гимнокалициум. Оказывается, такое есть растение. Вот оно такое. Это вот разные цвета. Это Эуфорбия Монадениум Ричи. Вот как. Это кактус Грузии шаровидный. Это всякие разные другие кактусы. Но вот это прям красавцы. Какие они яркие, красивые. Тут повыше тоже есть еще кактусы. Кактус Шармикс. Это вот это, наверное, имеется в виду. Что-то дорого. 3998. Вот такое вот чудо. Вот смотрите. А вот вообще сиреневого цвета. Кактус. Пахира акватика. Вот это, оказывается, пахира акватика.
1998 года. Смотрите, какие разноцветные кактусы красивые. Кактус микс. Шоу-боксе называется. Что это такое, я не знаю. Но посмотрите, какие цвета. Это вообще канареечный. Это бирюзовый, сиреневый, красный, оранжевый. Ой, какая красотища. Да, симпатично. Внизу тут лежит грунт универсальный. 65 рублей, цветочный. И разные еще грунты для пальмы, фикусов. 65 рублей это дело стоит. И тут еще земля матушка называется. Тоже для пальмы 90 рублей. Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, что тут есть интересного для нас, для садоводов. Так. Это удобрение весеннее, 181 рубль 3 килограмма. Вот всякие разные. Так. Сапропель. Суперфосфат двойной. 93 рубля. $208, 3 килограмма суперфосфат. Так, ну, так уж прям подробно смотреть не будем. Это не такое интересное, как цветы. Дренаж керамзитовый. Там все возможные керамика и горшки. Ага, вот фертика моя любимая. Я все время ее покупаю. Это универсальное удобрение, сад, огород. Но здесь маленькая упаковка. Здесь азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Вот я беру большие упаковки по 5 килограмм и удобряю все. Так, опять удобрения такие. Так, тут грунт в ассортименте. Низкие цены 298 рублей, 50 литров. И вот такой биогрунт, 333 рубля. И поехали. Тут всего много. 433 рубля. Тоже 50 литров. Что, скоро надо будет брать. Сеять уже перцы пора. В феврале. Грунт для рассады. И так далее. Ну, подробно тут не надо останавливаться, наверное, очень всего много. Вот все возможные удобрения. И вот цены там внизу, их видно. Еще есть вот такие удобрения. Вот такие. Жидкие. Подороже, подешевле. Удобрения для роз. 277 рублей. Не знаю, не покупала такое, не знаю. Я все больше конским навозом для роз. А рыбная мука – дело хорошее. Угу. Но так она стоит, простите. 337 рублей. Нет, это можно разориться, если рыбную муку удобрять. Побелка. И так далее. Всего очень много. Доломитовая мука. Обязательно надо раскислять почву под розы, во всяком случае. Хвойные удобрения и так далее. Там всего полным-полно. Вот еще такие удобрения есть. Но если на каждом останавливаться, на ценах и на названиях, это будет очень скучно. Короче говоря, видно, что здесь всего много. Приезжаем, посмотрим, кому что надо. Удобрения для томатов, перцев и баклажанов. Вот мне интересно, почему так конкретно? Что эти удобрения для других растений не подойдут? Как-то немножко
Так, здесь еще удобрение для картофеля. Ну, интересно, для каждой культуры свое удобрение. Но это, очевидно, для новичков, чтобы уже точно не ошибиться. Так. Ой, ну всего очень много. Краска для побелки деревьев. Гумат азота, гумат магния, удобрения, такие-сякие. Огромный ассортимент всего для борьбы с вредителями и болезнями. Тут продаются сидираты, горчица белая. Это семена газона в огромных упаковках. 3268, 4888. Это все для газона. И вот уже продаются даже луковицы для посадки. Лук репчатый, сивок, центурион, 338 рублей. Штутгартер ризен, 297. Покрупнее, помельче, всякие разные. По килограмму. Огромный ассортимент семян. Тут все такое миленькое. На каждом сорте останавливаться, наверное, не имеет смысла. Огурчики. Очень много всяких сортов. Выбираем. Так, это у нас помидоры. Но я уже помидоры купила. Заказала у Виктора Шадрина. Он мне прислал батяню моего любимого с огромными помидорами. Высота кустов 2 метра. И огромные плоды. Я из них делаю соки в основном. Никто у нас ничего маринованного есть не хочет, поэтому я делаю соки. И вот перцы. Вот мне перец бы хотелось купить какой-то сорт. Но не знаю, чтобы он был красный и крупность толстостенный. И боюсь, я не знаю, какой выбрать. В последнее время у меня перцы что-то не очень удачные. С помидорами все в порядке, с огурцами тоже, а вот перцы не знаю. Так, дальше тут морковка, редиска и пошли цветы. Очень красивое все в огромном количестве. Тут и цены. Вот давайте я так пройдусь. Ой, какие красивые петунии. Но я вот однолетниками совсем не занимаюсь, потому что нет сил делать на них рассаду. Потому что надо обязательно делать рассаду перцев, помидоров. И это занимает много места. А все надо подсвечивать, чтобы рассада была сильная, толстая. И поэтому просто даже и места нет на вот эти цветы. Хотя красивые, просто очень. Ну какие, прям на зависть. И махровые. Ну все, наверное, на этом надо заканчивать. До свидания, дорогие друзья. Заходите на мой канал. Будем вместе любоваться с вами цветами, овощами и другими растениями. До свидания.